Всем привет, с вами Китайка, и сегодня будем смотреть ролик одного популярного чикен-гангстера Дэна 19К про новое обновление 3.9.0 в Чикенгане. Ну что, ребят, если вы готовы, ставим лайки, пишем комментарии и начинаем смотреть ролик. Всем привет, с вами Дэн. И да, мы наконец-то этого дождались. Привет. Обновление 4.3.0 вышло. Ура! Новое обновление в Чикенгане! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Наконец-то! Кстати, я его чуть не проспал, но мне повезло. Обновление опять вышло только на App Store, то есть на айфонах. Я не знаю, почему так. Чё? Но... Пипец, несправедливо. А что я буду, если у меня Android? Как я буду играть-то? Допустим. Уже очень хочется посмотреть, что же там добавили, поэтому перед началом... Да, ребят, особенно мне, потому что я потом хочу после этого просмотра этого ролика сыграть в Чикенган и посмотреть сама все эти обновления. Поэтому ставьте лайки. Лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Фух, ну что ж, можем начинать. Погнали. Так, что первое смотреть? Начинаем. Да, давай. Так, ну давай, там есть оружие, если что. Оружие, давай, давай. О, ребят, вы видели? У Дэна 19К всего 61 тысяча монет. А сколько у вас монет? Напишите в комментариях. У меня вроде бы 150 тысяч. Да, я такая богатая. Это... Чё это-то? Почему оно перевернуто? Что с этим автоматом? Есть такой автомат. Реально? Есть такой автомат. Да, я не помню. Ой, на него даже скины... Перевернутый? Вот это вот отдельно. Как оно называется, не знаю. Тоже не помню. И такая... Ребят, на самом деле я не понимаю смысл каждый раз добавлять новое оружие, если, ну, по факту, мы, ну, я лично беру только то оружие, которое больше наносит урона. Не понимаю. Это винтовка, наверное, вот это, да? Винтовка, да. И там скины. Зачем? Тоже. Так, на нее скины... Ну, тут, знаешь, как будто... Вот есть оружие, а на него скины, как будто это... Мне больше всего интересно посмотреть из этого ролика новые карты и какие-то баги и лайфхаки. Вот, я прям этого очень жду, ребята. Уже другие оружия. Давайте. Да. Ну это уже дефолт для разраба. Ну вообще, да. Так, теперь машины. Ой, какая же я потом протещу. Машины. Одна машинка. Я все такую хотела. Не, мне кажется, по-любому должно быть в пасхалках какие-то машины. Так, шляпы. Прикольно, кстати. Кстати, шляпа, вот я видос недавно записывал. Ребята, я хочу, чтобы в Чикенгане мою шапочку ввели. Ну, типа, реально, было бы круто, я была такая бы. Вообще удивился, что их так много, что-то даже забыл про это. Сколько? 333. Так, это новые? Чего? Нет, это, по-моему... Жесть. Вот эти вот, а, нет, вот эти новые, вот эти новые, вот эти. Да. Это как этот, Римская империя какая-то. Это Цезарь. Так, ботинки, ботинок новых нету. Глаза. Ой, нет, костюм. Какие-то глаза. Нет, стоп, это просто перекрашенные глаза. Просто они желтые. Ладно, окей. Клювов нету, хвосты, так, а хвосты что-то, мобов. Так, ну это что-то как-то вот... Часто в костюмы то. Или в костюмах. Не то. Давайте дальше, ребят, перемотаем чуть-чуть. Так, потом, я подумал, это костюм Луфи. Как ничего нету. Так, стоп, режимы. Так, все, ладно, смотрим. Мало ли, ну, вдруг разраб что-то вдруг задумал. Офлайн, погнали карты смотреть. Чего? Что? А, карты, ура! Супермаркет, да, и новая карта? Full RTL. Чего? Окей, давай. Супермаркет. Ой, нифига, стоп! Офигеть, ребят, новая карта супермаркет. Прикольно. Я прям, вот мне честно захотелось поиграть. Потому что в Чикенгане очень много деревушек, но чтобы какой-то городской жизни мне не хватает. Поэтому я бы хотела поиграть в супермаркет. Я знаю эту карту. Алло. Супермаркет? В смысле, она уже была? Эта карта была в приватке у Фрузера. Я не знаю, найду ли я на видосе скриншоты. Что мне надо сделать? Там, по-моему, она уже у кого-то была? Шкаф, насколько я помню. Шкаф, и типа ты там заходишь и можешь кое-что сделать. Нет. Сначала посмотрю все, что здесь есть. Так, ребят, как вы считаете, я настоящая чикенгангстерша или нет? Я просто не понимаю. Ну реально. Столько много чикенгангстеров, а я чикенгангстерша или нет? Настоящая или нет? Напишите в комментариях, как сразу вы думаете. Вижу фиолетовую дверь, просто... Вот первое, куда я иду, это к какому-то багу, вот я не знаю. Вот первое, что это? Знаешь, у меня просто в голове какая-то штука работает, навигатор по багам. Вот первое, куда я пошел, это к багу. Баг? Ну, кстати, прикольно выглядит, но она довольно проработана. Ну, может это не баг, может просто кому-то захотелось, ну, фиолетовую дверь, почему бы и нет? Ну, как бы... Я думаю, что это даже не важно. Вот такие карты он урезает, а эту прям не урезает. Да. Не знаю, будет ли она лагать у других. Кстати, есть ли тут что-то? О, это чего? Какой-то Макдональдс? Да, что? Да. ФПС? Чё это? Этот счетчик? Подожди. Так, ФПС счетчик, потом. Чё это? Что?
Что? Чего? Ребят, что это? Я не понимаю. О, можно... Это... Подожди. Можно так это вообще имба. Нет, подожди. Ого, круто, ребят. Вот эти обновления крутые. Типа туманность, вот это все. Это как в бабке Гренни. И за это отдельный лайк ставят. Это да. Очень хорошо. Я люблю я такое. Могу... Так тут можно... Подожди. То есть разраб вместо того, чтобы сделать прям полноценные настройки, просто напихал все здесь в менюшечке. Разраб гений. Да. Не, вот это хорошее. Сейчас, как это сделать? Я не знаю, но здесь прям можно хорошее что-то придумать. А если темное? В этом планёке тут будет. Чекайте, это просто... как он называется? Мисти Таун. Хоррор. Смотри, просто как будто какой-то, я не знаю, в каком-то хоррор-фильме. И вот так вот еще типа ты темно сделать. Кастомизация вообще круто. Это жестко. А как теперь вернуть обратно? А, вот ресет. Блин, ну с туманом, по-моему, это вообще офигенная фиша. Ребят, мне понравилась эта фишка. О! А, так нифига, да, теперь челики себе... Так это теперь... так это теперь настройка прогрузки, так это вообще имба. Я надеюсь, он теперь не будет урезать карты. Ну давай, ищи, короче, теперь шкафчик этот, супермаркет. Сейчас, подожди. Change Sky. О, чё? Ребят, короче, я прям очень захотела поиграть в эту карту, поэтому... Тут очень темно стало. А, реально. О, да, реально, реально. Не, ну это, кстати, плюс вайп. Подождите, дайте-ка я возьму фонарик. А ты можешь ночь? Ой, смотрите! Все, вот так. Вау, прикольно. Это хоррор, не знаю, ФНАФ какой-то девятый. Просто идешь. Да, хоррор. Кстати, вообще выглядит прикольно, как будто. Вот это имбан. Вот это надо в такую ночь добавлять. Ребят, мне это нравится. А так, знаете, просто раньше ночь добавляли, и просто небо менялось. А тут прям темно становится. А ночь плюс туман, или оно не будет так? А ну давай, ночь плюс туман. Ночь плюс туман. Темно будет дико еще. А вообще, он вообще не работает. Я понял. Ну, короче, да, прикольно, давай, прикольно. Я хочу рассмотреть эту карту. Ну, пипец, какая она проработанная. Вау, смотри. Ребят, посмотрите. Это как какой-то торговый центр, вообще крутяк. Блин, мне реально безумно нравится. Вот прям, ребят, мне кажется, я об этой карте просто мечтала. Я клянусь вам. Смотри, сколько здесь объектов, а он это все не урезал. И вот мне интересно, будет ли лагать у людей. Ну то, что не урезал, все-таки это круто, ладно. Фруктики тут лежат всякие. Вот я хочу, чтобы мне просто в глаза бросилась вот та пасхалка, про которую ты сам говоришь. Пес, это реально какая-то огромная карта. Тут склад. Вот да, да, по-моему, да. Что? Карта большая. Какие-то штаны. И короче, найди, блин, я не помню, там что-то надо сделать, и ты сможешь кое-что сделать. Логично. О, что? Чего? Что? Что он это добавил, реально? Он реально это добавил. Ну-ка. О, что там такое? Есть. Ну-ка. А, ты можешь мне скин. Ну-ка, смотрите. Отдали одну камеру. Видите, камеру. Еще такой эффект есть. Что там такое? Это имба, боже. А что это у меня за скин здесь? Типа меняет скин. Как же я этого ждал? Я, если что, буквально вот в новых концептах об этом говорил. Стоп. Значит, будет такой... Я как-то не ждал. Ну, блин, но только минус... Ребят, я немножко не поняла, что сейчас произошло. Мы там предметы чекнем. Он, наверное, в предметах должен быть. Короче, вот это супер имба. Я надеюсь, будут в предметах, которые я буду сейчас скоро чекать. Мне хочется... Блин, мне кто-нибудь объяснит, что это сейчас произошло? Типа... меняется скин. Короче, посмотрите или на карту. Черт, я буквально, я вот в недавнем видосе с концептами, я немножко очень не понимаю. С вот этим шкафчиком. О, нифига, ничего не спалил. Вот так, так. Брошу. Стоп, что? Что это? А, это просто картинка. А, хулиганит? Хулиганит? Нет, в смысле, что? Да, чел. Нет, стой. Да. Ну-ка, давай. Ребят, короче, я поняла, как нужно искать баги, лайфхаки и все остальное. Нужно просто брать вот эту карту, да, какую-то новую, и просто ходить по ней и везде тыкать на все. Просто на все тыкать, на все смотреть. Поэтому я надеюсь, что я сама в новом обновлении тоже сделаю как, ну, такой ролик, вот, где я буду обозревать новое обновление. Если вы хотите, то ставьте лайки. Нажимай. Я чего-то не понял. Что? What the fuck? Что? Да, бро, что происходит? Я реально это сейчас вижу в чертовой игре чеки. Ну, я просто в огромной машине. Ладно, я... Боже, разраб, конечно, добавил эту функцию, это супер круто, но я... Ребят, мне кажется, разработчики просто издеваются, потому что, ну, какие-то такие обновления, прям, ну, глобальные, так скажем, знаете... Ну, по крайней мере, в моих, как я это вижу, здесь глобальное обновление. Это, походу, баг. Это, походу, баг. Это реально. Просто, наверное, текстуры, да. Да. Что за баг? Ну, тут какие-то мемы, что-то... Ну, короче, это баг, да. Вон, видишь, там баннер, короче, на ТЦ стоит. А, я ее сразу увидел, кстати, но не знаю, почему я не сказал. Вижу. Вот этот баннер с чикеном каким-то, да?
Подлети теперь предметы посмотри. Ну, блин, я не хочу сейчас предметы чекать. По-моему, первая или вторая вкладка. Я ничего не посмотрел, я просто вот это увидел. Да, вот, теперь можно и будет... И не только, ты вообще все пропустил. А, нифига себе. Еще же какая-то карта. Так, да, можно там 3, что там? Что? Там 3 RTL, что? Эй, что у меня с качеством? Ну, как-то упало резко. Так куда качество пропало? Может, это ремейк карты какой-то? Ну, давай, я захожу. Еще одна карта? А, сразу ничего не вижу. Чего? Нифига небо. Вижу здесь там красивое там небо, что-то с этим, с полом. А так? Ну, тут непонятно, типа, что поменять. Не, она как будто красивее, она как будто бы она тени. Я не понимаю, эта карта была или это новая карта? Какая-то. Но при этом у нее качество как будто урезанное, типа, я не знаю. Да, есть такое. Ребята, это новая карта или старая? Кто-нибудь мне скажет? Да. Ну, смотрите, с этой крышей все норм. Самой баганой вообще в игре. Mm-hmm. Она же раньше всегда была какая-то просто наркоманская. Ну, так, а что, тут можно что-нибудь сказать? Жесть. Ух ты! Ребят, это какое-то странное обновление. Типа, по сравнению с предыдущим обновлением, тут просто, ну, добавили какие-то такие фишечки, да, там. Ну, что-то такого, как в прошлом обновлении, нет такого. Вот. Ребят, вам что-нибудь вообще нравится в этом обновлении, если вы играли? Ну или хотя бы по просмотру неужели ролика. Боже, игроки дождались на Town 3F Change Sky. И вообще темнота. Мне вот, кроме, наверное, кастомизации, что может там дым добавить, темноту, вот хоррор особенно. Ну, пока что особо ничего не нравится. Так, а ну так, ну и новая карта супермаркета. Так, окей, предметы. Ну, как будто должно быть что-то прикольное. Вообще, вот куча функций новых, это вообще супер полезно. Так, предметы. Первая страница. О, там птичка здесь была. Ничего нету. Вторая страница. Что-то я увидел. Ну-ка. Жура, стоп, это было, да, это оно, вот это с той чикен меме с пасхалочкой, да. Что? Просто как же он смотрит. О, чё это? Это же с губка Боба мем. Боже, вот это конечно. Так, ладно, стол. Ребят, если честно, я не понимаю, что это вообще за прикол такой. Может, я не в тренде и не шарю? Кто-нибудь объясните мне. Так, стол какой-то. О, легенда! Все, моментально. Просто разраб легенда, лучшая обнова в мире. Он, конечно, убрал зеленый квадрат с текста вот эту функцию, но кому. А, все, я поняла. Это для того, чтобы нам, блогерам, было это. И встать, когда будет вот это. То есть я теперь смогу вот так вот встать на фоне и что-то поделать. Ну ладно, на этом спасибо, реально. Это герой. Вот что за прикол. Так, деревья новые. Ну, кстати, новые деревья такие осенние, зимние, еще. Вот это им здесь что? Что существенно? Тут? Что тут? Все? Штука. Короче, ребят, я дальше, честно, уже не вижу смысла смотреть данный ролик, потому что, ну, увидела основные обновления, и, в принципе, я хочу сама поиграть в новое обновление Чикенгана и все сама посмотреть. Да-да-да. Поэтому, если вы хотите ролик тот, который, где я играю сама, то ставьте лайки и напишите об этом в комменты. Вот. Я обязательно сниму. Все, всем пока-пока. Спасибо за просмотр.